Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Креселбург. И сегодня мы поговорим о различиях между Joy Trevor и Joy iTrevor. Два автокресла весьма хороших в своей ценовой политике. И сейчас мы посмотрим, в чем у них различия, помимо цены. Начнем с Joy iTrevor. И именно с нижней части. У Joy iTrevor изменился доступ к регулировке бустера. Он стал более плавный. И сам по себе доступ стал проще на самом деле. Этого очень не хватало в старой версии. Вот, отличается также обивкой, то есть обивка здесь более дышащая и, соответственно, более приятная на ощупь. Версия называется Signature. Что касаемо Joy Trevor, здесь доступ немножко посложнее будет, не совсем удобно, особенно если с переднего сиденья это делать. Вот, но в любом случае, на самом деле, бустер отличается не только вот этой регулировкой, но еще и по качественным, скажем так, своим положением. То есть не все дети любят такое... скажем так, посадку, и ребенок немножко углубляется в автокресло, что производит небольшой дискомфорт в этом случае. Поэтому тут нужно примерять, смотреть и лучше ребенка с собой привести. Отличается также по боковой защите. Joy iTrevor стал пошире на пару сантиметров в верхнем положении, что не может не радовать. То есть, так как автокресло выбирается по телосложению ребенка и по его росту, нежели чем как в старой версии по весу. То есть здесь нельзя будет учесть некоторые параметры. Вот, поэтому и в этом еще отличие. Также отличается по форме подголовника. В Joy iTrevor его переделали полностью, сделали меньше, более эргономики добавили. Также неопреновые вкладки вставили, то есть оно мягкое, с эффектом памяти. Тем самым во время сна будет очень удобно как и малышу, так и во время экстренного случая оно будет держать голову достаточно крепко, чтобы не было смещения шейного позвонка. Что касаемо всего остального, у них осталось без изменений абсолютно. Та же самая дополнительная боковая защита. Боковая защита сама по себе высокая, достает до плеч, соответственно, в самом верхнем положении подголовника. Система крепления EasyFix одинаковая с функцией по вылету и по наклону. Отличаются они стандартом безопасности прежде всего. Стандарт безопасности у Joy iTrevor iSize, то есть здесь происходит... краш-тесты во время сертификации именно с 30 датчиками, в общем 30 датчиков на манекене находится. Так проще будет объяснить. То есть все перегрузки намного лучше выясняются во время таких вот экстренных ситуаций. Здесь используются 10 датчиковые такие вот манекены. И, соответственно, при краш-тесте ADAC учитывается, в 3 раза меньше, в общем-то, выясняется перегрузок во время экстренного случая на теле ребенка. То есть все равно, так или иначе, два автокресла достаточно безопасных в своей ценовой политике, точно уж одни из лучших выборов. Но в любом случае тут нужно приходить с ребенком, примерить, и что больше вам понравится и ребенку, то и в принципе следует брать. За более подробной консультацией вы всегда можете обратиться в наши магазины. Также у нас работает бесплатная доставка по городу Красноярск. В город Абакан отправляем бесплатно. Сейчас у нас действует акция по всей России. Будем отправлять наш товар бесплатно с помощью транспортных компаний. У нас самый большой выбор детских автокресел по городу Красноярск, Красноярскому краю и Республике Хакасия. Также представлены популярные прогулочные коляски от ведущих брендов по всему миру. И, в принципе, будем рады вас видеть в наших филиалах. С вами была команда Креселбург. Всем пока и безопасных вам дорог.